собирать. Ну давай. В первую очередь идут розы. Розы, потом хризантемы, то есть и тюльпаны. Потом уже идут лилии, то есть кто чего любит. Человек, какой-то человек любит хризантемы, какой-то лилии, а может сборные букеты. Санья, мы тогда вас запишем, давайте так. Да, вот сейчас снимаем материал для новостного сюжета. Не перебивают они у вас, покупатели-то? Домашний торт есть? Домашнего нет.